Начальник УМВД России по Одинцовскому городскому округу полковник полиции Алексей Школкин начал встречу с представителями общественного совета со слов благодарности за согласие участвовать в работе совета. Общественникам нового созыва предстоит решать важные и очень ответственные задачи. Кто раньше уже не первый раз уже является членом, не один год членом нашего общественного совета, знает абсолютно, какая роль отведена, а роль только одна. Вот. Ваша задача вместе с нами работать на благо жителей района и гостей нашего района. Не больше того. Слышать их проблемы. После разъяснения рабочих вопросов, связанных с организацией дальнейшей деятельности новоиспеченных членов совета, настал торжественный момент, ради которого все собрались. Вручение почетных удостоверений и памятных подарков. Особенное поздравление было адресовано Александру Ворошило. Совсем недавно он отметил 75-летний юбилей. Артисту, общественнику, доброму другу подарили необъятных размеров букет алых роз и плакат с изображением рабочих эпизодов с его участием. Александр Степанович на протяжении многих лет состоит в общественном совете при УМВД. И день вручения удостоверений новым членам организации для него всегда праздник. Сегодня праздничный день. Вручение удостоверений членам общественного совета – это действительно праздник. Это праздник, во всяком случае, для меня уж точно. Потому что я уже не первого созыва, как говорят, член общественного совета. Уже довольно много лет я не считал, но, по-моему, новые удостоверения я получаю уже в третий раз. Вот. Что это дает? Ну, сказать мне это будет неправильно. Всем нам. По словам руководителя Одинцовской полиции, помощь и участие общественников в формировании положительного образа сотрудников правоохранительных органов очень важны. В завершении встречи Алексей Школкин выразил надежду, что деятельность нового состава общественного совета поможет найти решение любых проблем и вопросов. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».